Стабильность просто зашкаливает. От такой стабильности, как у Лукашенко, просто, я не знаю, рябит в глазах, и ты понимаешь, что это навечно. Это навечно, как все сооружения, которые построили при этом неуемном на всю голову деятеле. Итак, очередная вишенка на торте стабильности Лукашенко. Рухнул мост на Немигу. Просто взял и упал. Слава богу, под ним никого не было. Сейчас мост разбирают. Это просто, вы знаете, вот этот мост, это квинтэссенция того, что происходит в Беларуси. То есть, с одной стороны, строятся какие-то нелепые здания, нелепые какие-то дворцы Лукашенко. Покупаются майбахи Лукашенко, покупают, сейчас он у Путина покупает этот, знаете, они сделали Аурус, ворованный Роллс-Ройс, украли Роллс-Ройс, прицепили табличку Аурус, написали русская машина. Ну, понятно, как все на России ворованное, как обычно, сами же ничего сделать не в состоянии. Купили вот такой вот Аурус, то есть они покупают какие-то нелепые признаки богатства и строят какие-то псевдовечные здания с колоннами. Мы сейчас увидели, как эти здания с колоннами, во что они превратились в Казахстане за два дня, когда народ восстал. И что-то в том Казахстане еще что будет, и что в Беларуси еще что будет, и на России с такими зданиями еще что будет. Подождите, там, где народу не дали высказаться, там, где народ держат за скотов, там, где не дают свободы, в результате получается взрыв, а вот из таких вот дворцов, которые строят все эти неуемные руководители, остается один обгоревший пшик. Но перед тем, как полыхнут дворцы, обычно, по теории, падают мосты.